Всем привет! Первый отзыв решила сделать на русском, потому что никаких отзывов не было в интернете. Пыталась найти, нет никаких отзывов про Stadex, система 75, новая. Не знаю, насколько новая система, но факт в том, что эта система используется в Великобритании. Так как я здесь живу, буду про здешнюю систему говорить. Не знаю, как в России или где еще. Вроде как она существует. Насколько давно, не знаю, не буду утверждать. Причина отзыва – это то, что, как сказала, искала отзывы. Просто хотелось просто посмотреть, что как. Мало очень отзывов, за исключением самого Stadex. Это не Studex, как у нас в России всегда читалось, произносилось, а Stadex. Вот, система, как сказалось, 75. Это 9 карат, то есть точка 375 золота. Это у меня система. Это вот такие картриджи. Tiffany. Tiffany называется крепеж сам. Это AB Crystal. Такой блестящий. У меня, по крайней мере, такие два разные варианта. И это, сейчас покажу одну коробку, вот такая коробка. Картриджи, они стерилизованные. Здесь также так, это номер лота стерилизации. И здесь полная инструкция, что как, что. Ясно. И еще такие маленькие, не знала. Мне здесь делали вот эту систему 75, и почему я заказала еще две пары? Потому что есть Stadex Plus, и вот эта вот задняя часть, штекер. То, что буква идет. Вот это именно система, она намного как бы тоньше. Сам, как называется, шпиль, он намного тоньше, если не знаю, видно, не видно. Не знаю, на чем камера фокусируется. В общем, вот это шпиль сам, он очень аккуратный и намного тоньше, тем более, чем дырка выше, в моем понимании, я так себе. Вот сейчас вот я как раз это перемещу и поставлю, такие у меня оригинальные есть, но тем, что делали. Но мне там камень не очень нравится, потому что это просто, а вот это вот натуральные цирконий, самое. Вот здесь, с другой стороны, вот что это? Princess Cut. Такой квадратный камень. И тут что-то прописано, что это именно цирконий. Что отлично, потому что они очень блестящие. Вот это тоже, как называется, Princess Cut. Но это 5 миллиметров и... Вот говорю, что они блестящие, они почему еще выбрала и сказала, что я даже не буду это перемещать. Есть различные всякие разные дизайны. Очень хорошо смотрится, можно его потом сюда же в коробку положить и хранить. Потому что вот эта коробка как раз таки, она закрывается. Если открыть вот этот Stadex Plus, вы его открываете, стерилизованную коробку, картон. И все, и больше нельзя его употребить. Вот у меня есть такой маленький. Вот так выглядит. Это называется Sensitive Ease. Tiny Tips называется. И Sensitive Ease. И вот это вот тоже Stadex Plus. То есть вот этот штырь, он намного больше, как сказала. И почему еще говорю, что они мне очень-очень нравятся, потому что вы когда закрываете,
сзади такой клик идет, или здесь даже в этой системе никакого клика нет, она бесшумная, и все. И оно никуда, вот этот вот клатч задний, никуда он не двигается, ничего. То есть ухо само не повредится. И намного комфортнее носить. Почему говорю, что отзыв решила сделать? Во-первых, они здесь на данный момент, вчера, позавчера проверяла, несколько дней назад. Вот это АБ, АБ Crystal. Блестящие, они стоят 75 фунтов на данный момент. Где уши прокалывают, не буду говорить. И вот эти 75 фунтов, когда вы выбираете там, когда сидите, и выбираете вот это 75 фунтов, а это 85 фунтов. Это Tiffany 3 на 3 миллиметра, это цирконий. Это 85 фунтов сейчас стоит на данный момент. И здесь срок годности все, но стерилизация. А сам срок годности вот этот за самих гвоздиков не ограничен. И они, как сказала, у меня оригинальные есть 1997 года. Не эта система, тогда еще никакой такой системы не было. Этой системе я очень рада. Очень-очень отлично. Хотя боялась. Но очень хорошо, во-первых, подошли. Во-вторых, успокоили. В-третьих, все стерильно и все остальное. Очень-очень стерильно, очень все аккуратно. Можно спросить все, что надо, переспросить, сколько надо. И вот. И очень-очень рада. Вот. Все качественно, все. Я потом сделаю еще один отзыв. Он у меня есть, но тогда я только начинала, так что его смотреть не надо. Мне он лично не нравится. Просто смотрела, как себя веду и все остальное. Вот такие вот. У меня еще целая коробка есть этих стадексов. Всяких разных. Но вот этому, вот этой именно системы 75, очень рада, что они сегодня пришли оба. И отлично. Вот так, вот такой отзыв на русском. Сейчас буду делать на английском, кому интересно. Можете смотреть. Спасибо за просмотр. Всем всего и пока.